Сан Саныч и Сергей Столяров. Я слышу ветер. Сергей Николаевич, комментируйте игру Сан Саныча с Сережей. Как? Не возьмусь. Не возьмите? Пошел ветер, все в руки. Два корефана. На улице. На улице вообще сложно. Да вообще сложно, да. И ветер мешает. Дело даже не только в ветре. В помещении там стены есть, ограниченное пространство. А тут глаз как бы не имеет вот этих вот и далее. И это имеет значение. Конечно, это очень сложно. Но народ привычный. Надо просто поиграть привычно. Ага. Сан Саныч берет на измор. Ну, защитник. Да? Это защитник. Его игра, поэтому защитник. 6-5. Миша Васильев, он тоже защитник. Но... Сан Саныч, какой счет? 7-2. 7-2. 5-7. В нашем доме отделение 7-5. Сережа, когда начнет атаковать, непонятно. А когда начинаешь осторожничать, еще хуже. Да. Но особо рисковать все-таки на счет играешь, что вроде не хочется особо. Блять, мы же разнополые, блядь, думаю. Ну, конечно. Нужен так. Надо же. В эфир пойдете, Сан Саныч. Ой-ой-ой-ой-ой. Сергей Николаевич, вы как? Вы уже выиграли? Одну только выиграл, одну проиграл. Одну проиграл. А, вот так, да? Ну, я не вошел еще в игру. А я... Блин! Какой сейчас прогноз? Как вы думаете, кто победит? Сан Саныч или Сергей? Ну, что здесь предсказывать. Сергей, конечно, посильнее играет. Дин Сидей. Тут он сегодня не в форме немножко. Ну, да. Сан Саныч, какой счет? 8-9. Тут надо все время уточнять. Ух ты! Так, Миша и Игорь.
По 14, Игорь и Миша, ух, на равных. Дань, ты переключаешь со стола на стол видео? Нет. Да. Давай. Миша, Миш, какой счет у вас? Я выиграл 15-14. Время 16-36. Отлично.